Ребята, всем здорово, привет, с вами Витёк и Супраленд. Ага. Как говорилось в тизере этой игры, в Fortnite площадь мира 9, что-то там тысяч квадратных метров или 9 километров квадратных, где-то там еще больше, там где-то там 30 тысяч. А в этой игре, ребята, площадь всего мира 9 квадратных метров. Встречайте, Супраленд. В общем, игра вот такая. Поехали, давай начнем. А там посмотрим. Я запускаю первый раз ее. Это я просто стартовый запуск сделал, чтобы проверить, есть ли что-то там, нет что-то там в этой игре. Поехали. Мультик нам показывают. Собственно, вот, ребята, весь наш мир. Судя по всему. Подгрузка текстур такая, да? Кукареку! Что ж, мы с вами родились. Давай посмотрим, где мы. Что это за мир вообще? Ого! Вы только посмотрите, сколько здесь народу! Они все смотрят на меня. Ну, здрасте. Король с королевой? У нас закончилась вода. Пожалуйста, сходи к трубе. И что с ней не так? Что с ней не так? Я не... О, боже мой, великий гигант, пацан, который меня сюда посадил. Я понял. Это концлагерь для красных человечков. Ребята... Я понял, почему такие все печальные. Ты девушка, да? Пыньк, 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 пыньк. На нее можно понажимать пальчиком. Все, ребят, я прыгаю. Фига себе, я вижу себя. Я могу прыгать. Я ушел от вас. Выясни, почему город красных остался без воды. Эй, возьми. Взять меч. Я слышу. А что это я, леворукий, что ли? Не так уж опасно, если у вас есть меч. Наносит 20 урона. Окей. И куда мне теперь бить? Почему у меня ли меч в левой руке? Атака. Я понял, это обучение местное. Окей. Прыжок спейс. Shift бег? Нет, shift не бег. Так, пару монеток собрал. Может, я просто не умею бегать еще? Игра от Дэвид Мюних. Немец какой-то. Что такое за звук страшный? О-бо-бо-бо-бо-бо-бо! Тихо-тихо-тихо! На меня идет какой-то гудюк-гудюк-гудюк-гудюк-гудюк-гудюк-гудюк-гудюк! Что это было? Блин, звук офигенский. Я так часто мечом машу, это так великолепно. Вы, кстати, за мной не видите, у меня там две монетки из 30 и два меча. Так, это яблоки, они меня восстанавливают здоровье. Хорошо. Ctrl присесть. Что, графони тут какой накручен, а? А вон там за трубой нету вкусняхи никакой? О, боже мой. Освещение динамическое. Использовать. Е. А, сейчас газ вырубится, я понял. Ну-ка, здесь нет секретки? Ладно, сейчас Витя будет все секреты искать. Конечно, ползать тут на карачках везде, где только можно. То есть в трубу залезть? Можно. Так, а вот там точно секретка будет, я уверен. Не зря же я сюда ползу. Ой, не зря. Ой, не зря ползу. Хорош. Секретная зона. Чуваки, я нашел секрет. А как-нибудь фонарик можно включить? Темновато, если честно. Сундук. Пынч. Максимальное здоровье плюс 5. Прикинь, не успел начать игру, уже здоровье увеличил на 5. Вот что значит профессионал игровой индустрии, ребят. Играю в игры с детства. С 6 лет. Что за игра?
это же Supraland, ну ты чё, не знать такую игру? Хотя, знаешь, страшно. Я не знал тоже до сегодняшнего стрима о ней. Взять. Камень. Положить на кнопку. Достойно, ладно. Синие! Ребята, здесь есть... Почему я прыгать не могу? Мне сражаться с синими надо или что? Еще немного, чтобы они не смогли его починить. Так это синие ломают водопровод. Вот оно в чем дело, ребята. Все, война. Синие? Иди в деревню синих и поговори с их королем. Хорошо. А что так кричать-то? Так басить-то на меня. Смотри, скорость x2. Меч плюс 1. Урон. Размер кошелька x2. А у меня что? А, у меня 30 монет всего лазит. Меч урон плюс 3. Ну-ка, если я вот это возьму, это навсегда? Да, мне теперь урон 3. Хорош. 6 осталось. 6 чего? Ну, я не знаю, куда нам лучше идти. Можно, конечно, побродить здесь по всяким зданиям. Наверняка что-нибудь интересное можно найти. Но... А, не, ящик. И подобрать нельзя, и отхлопать нельзя. Наверняка какая-нибудь секретка здесь. Почему я не могу прыгать и бегать? Или я потом открою себе эти возможности? Смотри, вон монеты всякие и так далее и тому подобное. Так это что такое? 3, 2, 1. Ага. Вот, собственно, смотри, на спринте надо. То есть я сейчас не добегаю туда, в принципе. Видите, у меня скорости нет. Я понял, это одна из тех игр, где ты развиваешься потихонечку по мере игры. Прикольно. Это прикольно, это значит, мы потом сможем с вами возвращаться в локации, в какие-то старые... А что такое вот это? Что такое? Ну, непонятно, то ли лечит, то ли калечит, то ли это просто щекотит. Слушай, сколько монет вокруг раскидано, вы что, прикалываетесь? Вам что, делать нечего? Деньги раскидывают. А погоди, я прыгаю. Я прыгаю, но я очень слабо прыгаю. Вот в чем весь прикол. Пошли к королю синей деревни, а? А то я сейчас тут... Вот надо сначала ускорение какое-то себе найти где-то. А потом уже изучать ходить. Ну вообще выглядит прикольно, красочно. О, я ромашку подобрал. Дарю вам цветочек. Фу. От сердца и почек. Куда оно делось? Да, я даже не запрыгну, смотрите, ни на какие тут уступчики. Принеси мне золотые бочки, чтобы получить улучшение. Я лучше монету у тебя украду. Золотые бочки. Пошли в деревню синих. Это королева, что ли? А что она в ночнушке? В ночнушке. Как получить силовой куб? Приходи снова. А, как получишь силовой куб? Приходи снова. Какой-то силовой куб. Подойди на секунду. Там бочка. Попробуй донести ее продавцу и получишь новое улучшение. Могилка какая-то, смотри. Какое-то место силы. Где бочка-то? Внизу? А, вот это вот золотая бочка, или что? Что у них золотой бочкой считается? Что здесь у нас? Так, здесь можно куда-то залезть. А, это выход. Так, мне нужно... Что? Это спавн новой бочки. Так. Не понял. Ага. Нужно сначала разрушить вон те деревяшки. Бочка пролететь не может. Ну, слушай, ну это прям портал. Хорош. Сейчас я победю. Так. Ой, блин, я не то нажал, бочку отреспавнил. Пошла вон. Отлично, и теперь мы за ней бежим. И эту бочечку можно будет отнести уже продавцу. Интересно, смотри, стеклянный пол, и там явно сундук. Но как туда попасть, я пока не знаю. Возможно, у меня какая-то трансглюкация появится, и я смогу потихонечку как передвигаться. Ну, блин, не успел войти в игру, уже какие-то квесты крафчу, делаю, какие-то интересности у меня тут происходят.
5 здоровья где-то подныкал, да? Так, а куда ему бочку пихать? В руки? Принеси мне золотые бочки, чтобы получить улучшение. На. Ну, я принес тебе ее. Бери. Дать ее сюда поставить? Или это не золотая бочка? Держи. Ладно, вы мне потом объясните, если что, а, да, ну, вдруг у нас там вторая серия будет, и нам нужно будет это все дело дальше проходить, снимать. Вообще пока любопытно. Что это такое? Смотри, какой-то щит. Он оттуда сюда что-то светит. А куда королевна делась, кстати, я потерял ее. У меня тем временем уже 15 денег. Эй, там наверху есть спрятанная бочка. Вот ты какой, смотри, все мне рассказал. Какие-то трубки везде. Силовым кубом ты сможешь достать оттуда бочку и принести ее в магазин. А без силового куба я не смогу. Хорошо, спасибо, что предупредил. Вон инопланетянин идет какой-то. А здесь что, какая-то дырка. Да лучше пока не ходить, наверное. Хорош. За нами выехали. Хоро, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Блин, я дерусь как этот, Чак Норрис какой-то. Па-па-па-па-па-па-па-па-пам. 22 монеты тем временем. Это значит, что еще 2 монеты, а кактус можно съесть? А, это лечилка действительно на кактусе. А вот и монеты. В общем, еще 8 монет я могу нести с собой. Видимо, мне нужно в магазин возвращаться. Че, я не могу сюда даже запрыгнуть? Не могу. Все, собираем монеты. Еще 3 отсюда. Возвращаемся в магазин, расширяем себе кошелек. Все, у меня 30 из 30. Мне нужен двойной прыжок, чтобы попасть туда. А мне, видимо, тоже. А если я упаду, я разобьюсь? Нет. А я уже хотел кричать, а, сел на бутылку, но нет. Оказывается, все в порядке. Да хорош кричать, эйкать. Не в лесу. Значит, 30 монет. За 30 монет можно купить расширение кошелька. Но он там 24, по-моему, стоит. Сейчас пойдем закупимся. Отнеси бочку в магазин. А, ты все-таки до магазина надо нести. А что это тогда кричит, что нужно ему нести бочку? Я не понял. Так, давай сначала купим себе улучшение монеток. Размер кошелька в 2 раза больше. А теперь бочку отнесем. Если ты найдешь золотые бочки, положи в коробку, чтобы получить новое улучшение. Ага. Все понял. Силовой куб. Вот оно что. А, вот, скорость x2, смотри, вот это бег, наверное, открывается. Во-во-во, вот что нужно было покупать-то. 12 и 20, ребят, нам нужно. 32 монеты нужно принести, все это закупить, и мы тогда сможем с вами что-то тут раскачиваться, развиваться. Слушай, ну за скорость прям вот must have, ребят, 6 штук еще надо. Двойная скорость нужна. Тут, ну, это реально невозможно. Так это что? Открывает какой-то там, какую-то дверь. Так, двойной прыжок тоже, видать, можно будет потом купить. Так. Ага, вот сюда я без двойного прыжка, наверное, не залезу. А вон там монеты есть у пацана. Сейчас мы его грабанем. Ага. А, сейчас, конечно, грабанем. Попробуй, если достаточно быстро, чтобы перепрыгнуть. Но я еще недостаточно быстро. Одной монеты не хватило. До ускорения. Ладно, пойдем искать в другом месте. Сейчас, может быть, а вот сейчас нам принцесса-царевна даст. Ну вы меня поняли. Монету она мне даст. Я пойду с тобой. Открой ты дверь. А как ее открыть? Так, молодец, открой эту дверь. И как ее открыть-то? С той стороны? Сразу вспоминается, да, Doodle God. А, вон там рычаг наверху. А чтобы этот рычаг использовать, нужна скорость. Так, мне нужна одна монетка. Без этой одной монетки, ребят, я не возьму скорость, соответственно, не возьму монетки, не смогу ничего открыть. Так, что у нас здесь? Давай посмотрим. Ну, конечно. Ваш великий тихоход не смог туда добраться. Мне нужна буквально одна монета.
Во, ха-ха, залежи монетные нашел. Так, пойдем сразу закупаемся скоростью. И со скоростью мы сможем куда-то дальше пролезть. Скорость, гимми скорость. Гимми. Юху, скорость. Отлично, ребята, я теперь в два раза быстрее передвигаюсь. Надо было с самого начала вообще покупать эту штуку. Это самое важное. Что это такое? Здоровье врагов. Ага, слушай, да это как в этом, как его было, прокачка? А в кого мы там играли-то? В Эволэнд. Это Эволэнд, только вот трехмерный, качественный и офигенно крутой. Смотри, я постоянно везде прокачиваюсь потихоньку. Что тут, карандаши стоят? Это что такое? Это белый гель? Белый гель? Белый гель из портала, ребят, о чем вы? Я же сказал, это портал, вы мне... Нет, это Супраленд, о чем ты? Это портал. 9. Что 9-то? А вот еще монетки, кстати. Потрясающая игра намного лучше, чем ее предшественница. Гениальная игра, я пока не понял, в чем смысл. Эй! Ты можешь найти что-то, чтобы положить сюда? Ну, видимо, такую же белую шнягу надо найти, я тебя понял. Так, золотая бочка. Секретная зона, да ладно, прям такая секретная, аж капец. Золотая бочка, золотая, ла-ла-ла-ла-ла-ла-чая. Ха, вот это вот секретная зона была. Где еще секретики у вас тут? Что это за кнопка? Ага, что-то открывается. Давай мы туда бочку применим. Стоять. Стоять. Стоит. Хорошо, чуть на шипы не накернулся. И что мы тут открыли? Ящик. А в ящике радиус удара мечом плюс 25%. Качественный контент пошел. Я теперь долблю издалека. Что тут еще у нас есть? Какая-то сыроварня или что это? Мочалка-дельня. Для большего здоровья смешай зеленые листья с водой в соковыжималке. Вкуснотища. Зеленые листья с водой. Понял тебя. Так, сейчас тут получается надо весь мир еще обойти, посмотреть, полюбоваться. О, здорово. Видишь на этот гигантский красный кристалл за скалами, тебе туда. Вон тот вот? А как я туда попаду? Ты молодец, я что, прыгать что ли умею? Ну, я, наверное, умею прыгать, но пока не высоко. Так, это что такое? 80 звездочек. 80 каких-то звездочек надо собрать, ребят, чтобы пройти вот в этот домик. Так, ну вроде бы я все посмотрел, все изучил. Давай бочечку занесем. Регенерация здоровья за 5 монет. Да нет, я думаю, лучше куб купить. Фух, вроде бы здесь все, да? Так, а это что за рычаг? Ну, видимо, потом понадобится. Так, здесь я был. Вроде бы я везде был. Ладно, возвращаемся обратно. Там вроде бы я ничего не могу открыть. Смотрим, что здесь. Так, сюда с кубом надо идти, да? Здесь я все нашел. А дальше. Здесь высоко. Здесь тоже куб нужен. Здесь какая-то монета. Здесь тоже куб, видимо, нужен. О, прикольно, здоровье монстров теперь видно. И я реально издалека теперь их бью. Эх, не допрыгнуть до монеты. Так, здесь лучше не проваливаться. Так, а где-то еще на скорость здесь тоже было. Что это за могилки стоят? Где-то на скорость еще было.
Что это за площадки такие, интересно? Чё-то я не уловил, где еще на скорость было. Ладно, побежали. А, во, вот здесь вот. На! Фига себе. Здесь не на скорость, ребят. Здесь, видать, видите, что обозначение какое? Обозначение кубика. Здесь нужно кубик, видать, как-то подставить. Ну все, тогда ладно, побежали. Ну, либо еще быстрее надо бегать. Так, здесь двойной прыжок, он говорил, нужен. Здесь, скорее всего, тоже. Хотя, давай попробуем. И-хи-хи. Ну да, здесь двойной прыжок нужен. В общем, монетки — это самая крутая вещь в этой игре. За них ты становишься лучше. Прыгай вон туда. Замечательно, парень. Опа, сундучок. Сейчас мы его вскроем, сейчас на следующую дверку откроем. Эй, кричит мне принцесса. Что у нас здесь? Меч плюс один урон. Неплохо, теперь у меня 4 урона, а не 3. Куда она делась? Принцесса, ты где? Что там за... Нычка? Секретная зона? Слушай, какие-то секретки здесь очевидные. Критический урон меча, ребята, эти критами могу сыпать. Шанс 5% у нас. Шанс 5% на крит. Так, куда-то наверх. А куда она делась? Ее угнали, что ли, уже украли у меня? А, чуть я упал-то. У меня 12 монет есть. Мне надо 20, да? Вон там как будто что-то есть. Нет, это выход. Нет, все, ничего здесь нет. Вот сюда надо куб ставить, видите? Здесь прям вот обозначено для дураков. Поставь куб и перепрыгни, да? И запрыгни даже. Понял вас, не дурак. И здесь то же самое, видите, с кубом дело. А что за рычаг? Ага. А может, все-таки я сам? Нет, нужен куб. Без куба не вариант. Ставишь куб, потом по кубу перепрыгиваешь. А, дальше. Монетки. Монетки, монетки, берем монетки. Ага. Иди сюда, я сейчас критом тебя. Реально по 4 уже бью. Я себя чувствую какой-то имбой. Начинал с одним повреждением. Сейчас уже вон накидываю сколько. 23 монеты, кстати, уже собрал. Но здесь, если ныкаться по всяким вот этим секреточкам... Не могу запрыгнуть. Где ты? Иди сюда! Кто здесь самый крутой? Конечно же, я. Здесь забраться получится. Получилось. А если ты пройдешь по этой стене и вверх по трубе, то попадешь в большую башню. Тебе понадобится тройной прыжок. Тройной прыжок, издеваешься, что ли? Ну, собственно, вот здесь я уже и закончил свой путь. Хотя, мне кажется, тут управление в воздухе... Что это было? Кактус. Управление в воздухе-то присутствует в этой игре, поэтому... О, сундук на халяву. Полоса здоровья. Да мне, в принципе, и циферками нормально было. Не обязательно было полоску-то рисовать. Какая-то пещера тут. Откройте! Последнее множество в технологии дает тебе визуализацию полоски здоровья. Слушай, это реально как Эвалент, только 3D, ребят. Я думаю, вам понравится. Мне нравится, главное. Как ни странно. Да, там реально тройной прыжок нужен, чтобы пройти. Блин, сколько здесь всего есть интересного. Нас засекли. Мне еще нравится, как часто я мечом машу. Прям та-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 та. А это что за труба? Ну-ка, давай по этой трубе поднимемся, попробуем. Так, здесь секции нет, но я, по идее, перепрыгну. Да, детка. Эй, ты там попадешь гигантскому кристаллу, он скрывает в себе мощный МакГаффин. Мне так сказали.
И как я туда попаду? Че, ну как-то стенку перепрыгнуть эту? Давай уж монетки соберем. Я честно даже не знаю, куда тут дальше. Может, вон туда прыгать надо как-то куда-то. Я за монетами всего лишь. Отлично. Так, и по стенке еще раз попробуем. Опа! Who's the master? Who's parkour master тут? Ну здесь все. Две монетки только смог собрать. Ну, здесь реально тройной прыжок нужен. А это что такое за штука я включил? Хорош! Прикинь, я шорткат теперь включил здесь. Великолепно! Блин, как все проработано. Какая-то гигантская... гигантская дыра закрыта большим-большим-пребольшим замком. Вот тут какие-то люки еще, да? Наверняка это шорткаты какие-то везде. О! Господи, страшный, что такой? Королева моя, погоди, я хочу пожрать. А куда это? Домой возвращает быстро. Дорогой, у меня есть чем подстрелить кнопку надо мной. А, у тебя есть. Нет. Че, все, я проиграл? В общем, я так понимаю, пока я буду добираться до замка, я... Ого! 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 Ни хрена себе! Да, здесь фантастич, мне понравилось. А здесь какой-то сундук, можно на него прыгнуть? Как на этот сундук забраться? Тормози! Я там сундук нашел, но меня прям несет. Выносит сумасшедшей скоростью с экрана, поэтому я никак не могу прервать этот бешеный полет, ребят. Ну вот это я понимаю телепортация, а? Ну что, надо куб покупать, ребят. Без силового куба я дальше тут не смогу. F. О, прикольно. Так, F удерживай для проекции, F отпусти куб, чтобы появился. Неплохо. Регенерация здоровья. Ну давай возьмем 5 монет всего лишь. Блин, а прикольно. Только я на него запрыгнуть не могу. А, кстати, до 10 у меня здоровье восстанавливается. Не до 30, а до 10, прикиньте. А, скорее всего, при помощи куба я смогу достать себе дабл джамп где-нибудь. И всякое прочее, и так далее, и тому подобное. Надо пойти проверить. Где-то вот тут вот прям можно его применить, да? Не понял. А, я могу под собой его ставить. Гениально же. Хопа. Вот оно и решение проблемы дабл-джампа, да? Местная. Приколюха. Там что за конструкция страшная? А что, я недалеко его кидаю, да? Я так понимаю, сюда куб надо положить. А, и бочечка, смотри, скатывается. Физика. Та-та-та-ра-та-та-да. Физика. Пу-пу-пу-ру-пу-пу-ру. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та. Бочка. На-ра-на-ра-на-на-на-на. Бочка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бочка. Всего-то плюс 15 здоровья. Я-то думал, я какую-то супер-пупер крутую штуку нашел. Что ж, ребят, давайте так сделаем. Я остановлюсь на этом моменте. Вообще игру любопытная. Если вам тоже так же любопытно, как и мне, то не забывайте тыкать пальцы вверх, делиться с друзьями, чтобы они пришли тоже потыкали пальцы вверх. Ну потому что без этого как я пойму, что вам игра нравится? Значит, пальцы вверх тыкайте, пишите комментарии, очень остроумные комментарии по типу там «мне игра нравится, потому что», «мне игра не нравится, потому что» и так далее и тому подобное. Ну и в описании не забывайте заглядывать, там ссылочки будут всякие интересные. Если будет прохождение по игре, то там появится ссылочка на плейлист. Если не будет прохождения, то там вообще много всего интересного будет. В общем, как-то так. Всем спасибо за внимание и пока.